видно уже, что сборку каркаса вошли, здания, да, монолит почти долили. Осталось буквально порядка. Собираем уже под кровлю деревянные балки. Вот, соответственно, сейчас уже с этой недели приступаем к монтажу того, кто от кровли пристели. Вот. В ближайшее время закончим уже центральную часть, тоже деревянные балки поставим. Ну, уже начинаются фасадные работы, да. Внутри уже подрядчики зашли, начали инженерные сети вести. Все полностью. У нас все хорошо. Что для этого есть? Есть самое главное желание у вас? Вы будете первые.